Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс, с вами, как всегда, Вовкин, и мы продолжаем играть в The King of Fighters Oil Star. Так, сразу идем в бой, непосредственно в историю, чтобы не тянуть, как говорится, котика за колокольчики. Так, идем, в общем, направляемся в Сага о Ротте, и у нас тут мы к чему, куда пришли? А, глава 7, продолжаем. Кому принадлежит отряд наемника? Пойдем, скорее всего, сюда, потому что мы тут же еще не были. Так, ребятушки, нам нужно... А, в принципе, ничего нам не нужно. У нас, по-моему, этот составчик довольно-таки хороший. Мы должны тут затащить. Так что, ребятушки, пока вход в игру делается, вы ставьте свои королевские лукасы. Не забывайте про подписку, кто еще не подписан. И, конечно же, жмите колокольчик. Так, тут у нас Элизабет. И чё? А ух ты, какие-то мужички. Чё это с ними сейчас будет тут происходить? Посмотрите, что наш пингвиненок Элизабет творит, а? Всех вынесла. Там прям красота какая-то. Смотрите, обезьяны чё-то там прыгают вокруг собаки. Чё, они думают, что это их не царь какой-то, что ли, собака? Божество ихнее. Так, а ну все получайте. Получите, распишитесь. Всем люлей надавали, да? Вот так вот. Мы умеем, мы могём. Ну и что, бежим? Ох ты, ребятушки, это будет босяра. Кто? Вот интересно мне, кто? Нет, это не босяра. Это Ноа. Кстати, ребятки, кто не знает предысторию этой игры, обязательно заходите на канал. У меня есть отдельный плейлист по этой игрушке, так что можете заходить и посмотреть все серии от начала до конца. Наконец-то мы на месте, говорит Ноа. Соперники, наверное, уже устали нас ждать. Кекс, это я. Как оказалось, устала только Ноа. Закаленные в боях солдаты терпеливо поджидали нас, не показывая ни малейших признаков раздражения. Наемник в шляпе, то есть в кепочке. Привет, вот и вы на месте? Вы ведь наши соперники следующие, верно? Кларк Стил. Мужчина, как ни странно, да? Группа крови вторая, рост 1,87 м, вес 105 кг. Такой крепкий хлопчик. Да? Ладно, это кто? Наемник в бандане. Тоже такой мускулистый парень. Мне нравится выражение на твоем лице. Похоже, нас ждет славный бой. Я тебя сейчас отмудохаю. Ральф Джонс, мужчина. 1,88 м, вес 110. Он уже тяжелее, чем тот, да? Тот 105-то был. Но мы тоже в предвкушении. Здорово будет сразиться с соперниками, равными нам по силе. Надеюсь, не по массе. Одноглазый наемник, одноглазый Джо какой-то. Хм, думаю, у вас имеются определенные цели, но поскольку мы здесь оказались, мы не можем проиграть. Мы должны победить организатора этого любой ценой. Что значит р? Хейдерн. Он весит 90 кг, но он высокий. Зараза, 1,92 м. Прям шпала. Так. Он торговец смертью, управляющий мировым черным рынком. Нет ни единого дня, когда я не вспоминаю о том, что он у меня отнял. Кекс, это я говорю. Капитан касается повязки, закрывающей глаз. Несмотря на монотонную речь, ему не удается скрыть от нас свой пылкий гнев. Простите, для нас это тоже обязательное задание, так что щадить вас мы не будем. Жаль, что все так сложилось, но я буду вынужден сражаться в полную силу. Только не думайте из-за этого обо мне плохо, ладно? Короче, они думают, что они сейчас нас одолеют, да? Ха, жду команды, капитан, пора начинать. Драться хотят уже, сейчас мы вас сделаем. Мы уже давно готовы, ясно? И раз уж никто из нас не готов уступать, придется начинать бой. Конечно, придется. Хедерн принимает боевую стойку, глядя на нас без капли жалости. Ха, приготовьтесь испытать на себе смертоносную технику, которую я оттачивал в глубинах ада. Прям лютый какой, а? Вот он, кстати. Хейдерн. Так, ну чё, ты будешь пингвиненка милого, вот этого пингвиненка бить, а? Не стыдно тебе? Бесстыжий какой. Получай! Лихо мы его вынесли прям, да? Вообще прям на изи. Изи-пизи, макс-квизи. Так, нам дали всякие призы, тут плюшечки. Хорошечно. Окей, какой-то напиточек, видели, кола, что ли? Так, ну что, эту главу мы прошли. И...
И что такое, я не понял. Вот это что за машинка такая? Это что-то новенькое. Конечно же, мы сюда же и пойдем, посмотрим, что это за тачела такая. Мне прям самому интересно. Так, Элизабет, ну что? Разбейте машину за отведенное время. Ух ты! Это что такое? Это что-то новенькое. Крушить тачки. Юху, это я люблю. Дайте биту. Так, а ну-ка, дедушка, давай, ты тоже помогай. Давай, давай, давай. Ну. Так, а теперь вот это с катанкой. Ох ты, от тачки вообще ничего не осталось, смотри. Просто отфигарили. Лихо, очень лихо. И закуривает трубочку мира. Прям как индеец какой-то. Так, этап мы прошли. Это, наверное, какой-то бонусный был этап, что ли? Что-то такое. Надеюсь, мы справились хорошо. Вроде бы неплохо. Так, ребятки, идем дальше. И завершено, да. Стой, а глава 7? А чё, почему здесь 11 из 12? Чё-то мы здесь не прошли, получается, что ли? Завершено, завершено, пройдено. Но нужно еще раз видать, чтобы было именно завершено. Такс, давайте, может быть, теперь поменяем бойцов, а? Потому что, я думаю, вам будет интереснее, если будут какие-то другие бойцы. Отменить всех. Теперь возьмем вот этого чувака, возьмем. Конечно же, возьмем, наверное, вот этого. Хоть он на 30 левел, я думаю, что как бы он нам не повредит, он победит. Окей, да, Чанка-хан, конечно, мы тебя берем тоже. Все, это прям такой, ребятки, бородатый такой мужик с пузиком, но дерется как сумасшедший. Таких еще нужно поискать. Так, пошла у нас загрузочка, нам тут что-то советуют. Ух ты, а, это же тот, который мужичок такой. Да, вот он, Мукаи. Я тут, к сожалению, всех особо прям так не запоминаю. Я запомнил того пузатенького, что его зовут Чанко-хан. А вот этот Мукай, смотри, он какой здоровый, прям верзила. Очень высокий. И, судя по всему, очень-очень сильный. Там опять обезьяны молятся на собаку. Сумасшедшие какие-то. Так, так, так. Так, столбики. Вот чак, вот так. Класс, он так прям своими ногами вот этими раздамаживает, да? Шаги какие-то делают гигантские. Ну что, подождем 2 секунды, потому что надо, чтобы накопился удар. Так, ух ты, босяра. Опять этот чувак, а? Хейдерн, ты опять здесь? А мы сейчас вот этого выставим, смотри. Опа, ща, тоже такой сильный паренек. Эй. Ты, ах ты, промазал, да? Вот так тебе, хрясь, хрясь, расколбась. Кувырок, блок. Ничего не получается у меня, кувырок, не блок. Смотри, он прям, ай-яй-яй. Да ладно тебе. Курок, блок, ха-ха, я тебя опередил. Вот так, давай, колбась его. И бросает прям, я не знаю куда, прям в небеса он улетает. Так, 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 так. Эй, не смей бить нашего Горо. Как его зовут? Горо, я забыл. Горо там какой-то там. Ух ты. Нет, нет, нет. Хорошо, Чанко-хан вступает в дело. На, получай. Давай, давай, дамаш его, братишка. Ух ты, вертушечку получил. Хорошечно. Теперь, а вот так вот. Ой, он отскочил. Ну, жучара хитрая. Так, кувырочек, кувырочек. И держи, браточек. Ой, что такое, а? Вот так, правильно. И, уху-ху, вертушечка. Он блокировал вертушку, представляешь? Не стыдно тебе? Ну, совсем ни стыда, ни совести. А ну-ка, а вот это кто у нас такой? А, помощничек, смотри, вот так вот какую-то волну пустил, ультразвуковую, и тут же убежал. Ха-ха, мы победили. Отлично, мне нравится. Ребятушки, пишите вам в комментариях вообще, кто у вас здесь любимый боец. Если он, конечно, есть у вас любимый. Так, мы тут можем повысить уровень, и дают нам всякие вкусняшечки, плюшечки. Опять какой-то, кстати, напиток. Надеюсь, безалкогольный. С газиками. Так, получить награду. Конечно, получить. Все, нам нужно получить. Билетик какой-то нам дали. Хорошо, вот теперь, видишь, теперь все у нас завершено. Отлично, можем взять 10 рубинчиков. Я, кстати, эти рубинчики коплю. У меня их 5446. И это, по-моему, довольно-таки немало. Потом, когда-нибудь, надеюсь, когда их подкоплю побольше, что-нибудь купим хорошенькое. Так, у нас новое... Новое что у нас новое?
Новая глава, восьмая, запоминающая ситуация. Вот так вот. Получить награду. Ну, конечно же, мы ее получим. Это что такое? Какой-то типа стикер, что ли, нам дали. Так, ситуация, в общем, идем в нее. Тут сейчас, скорее всего, будут диалоги. К нам подходит какая-то женщина и вежливо нас приветствует. Ассистент R. Поздравляю вас, я секретарь организатора турнира. Такая деловая мадам, да? Своими движениями и холодным взглядом она напомнила мне змею. Змеюга подколодная. Итак, организатор турнира приглашает вас, чемпиона, на личную встречу. Ишь ты! Слушайте внимательно, черный ковчег, принадлежащий моему боссу, авианосец, причалит к концу этой дороги. Офигеть. Приходите, когда будете готовы. Только не забывайте, что вы теперь очень знаменитые. Надеюсь, и богатые. Многие захотят напасть на вас, пытаясь завоевать таким образом славу и уважение. Прошу, будьте осторожны по пути. Но это ее предупреждение. Она говорила так, словно это какой-то пустяк. Ты точно справишься, у тебя еще остались силы. Мы ведь только что провели финальный матч. Я уверяю ее, что со мной все в полном порядке, и смотрю в ту сторону, где исчезла секретарь. Наконец-то, теперь мы хоть что-то выясним об организаторе и о тебе. До момента истины остается совсем немного. Такс, это встреча? Взъерошенный мальчик в очках, ботан что ли? Эй, так это и есть результат твоей кропотливой работы? Хочешь позволить ошибки выиграть турнир? Кого он назвал ошибкой, ботан? До финала осталось совсем немного. Поверить не могу, что ты дала ей дойти до конца. Женщина в красном плаще. Ты не понимаешь, эта ошибка аномальна. Она превосходит все мои расчеты раз за разом. Я оценивал ее адекватно. Просто она эволюционирует после каждого матча. Растет? Что за ерунду ты несешь? Думаешь, это может тебя оправдать? Так чего ты хочешь, чтобы я взяла на себя всю ответственность? Хорошо, я это сделаю. Просто наблюдай, я позабочусь о том, чтобы она ни за что не попала в финал. Взъерошенный мальчик в очках вздыхает. Как скажешь, сделаю так в последний раз. Постарайся окончательно разобраться с проблемкой. Если, конечно, не хочешь, чтобы я тебе помог. Вот сволочь, ладно, я ему покажу. Что она ему покажет? Плащ свой красный? А? Что это? Не думаю, что смогу это сейчас использовать. О чем она? Никаких ограничений. Может, стоит воспользоваться такой возможностью? Ладно, постараюсь теперь совсем покончить. Так, и что же это будет? Прям как-то незагадочно так говорят, ребятки. Так, это и есть черный ковчег? Это авианосец. Я вижу самолетики. Если нас и вправду пригласили, как сказала секретарь, ей стоило самой отвезти нас туда, куда нужно. Но нет, она просто взяла и исчезла. И еще мне не нравится, что этот авианосец называется «Черный ковчег». Слыша его, сразу представляешь, что тут кругом тьма. То, каким тоном произнесла это обычно веселое и жизнерадостное Ноа, явно указывает на ее отношение ко всему темному и угрюмому. Это все-таки произошло, загадочный организатор ждет нас. Может, нам стоило лучше подготовиться? Сквозь сердитое бормотание Ноа я слышу чьи-то шаги. О, неужели нас наконец решили проводить? Поздновато, конечно, но я готова все понять и простить, как бородач. Ух ты, кто это? Таинственный наемник. Дальше вам не пройти. Какого фига? А, какого? Ноа тоже так подумал, представляешь? Мысли сходятся. Так это и есть враги, о которых говорила секретарь, искатели славы? Слава нас не интересует, наша задача остановить вас. Какой крутой парниша. Что это за бред? Может, вы объясните, в чем дело? Серьезно? Нельзя себя так вести с чемпионом. Так, ну что, мы прошли очередную главу. Завершено, слушай, завершено, видишь? Но не пройдено. Так, а вот здесь уже, наверное, придется биться с кем-то. Да, давай, наверное, таким же составчиком пойдем. Вот, потому что это крутой реально составчик. Так, ждем загрузку. Ребятушки, пока кто не успел, можете поставить лайк. Реально, это нужно, это важно. И не забывайте писать комментарии. Кстати, в комментариях можем с вами пообщаться по поводу игры.
ну или по поводу чего-нибудь другого. Вот, я еще и лайкаю комментарии, так что знайте об этом. Вот. Так, у нас наемнички тут, а ну-ка, давайте быстренько с ними сейчас расквитаемся. Это что такое? Краповый берет? Малиновый берет? Крутой какой-то, а? Все, получил. До свидания. Так, 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 так. Блок, блок, блок. А, хрясь, хрясь, хрясь. Отлично, а теперь большие шаги. Шмяк, шмяк. Вот это прикол, да? Хрясь. Отлично. Где босяра? Вот и босс. Надеюсь, это босс будет. Вот он, это наемник. Александр, Сашка. А, привет, Сашок. Твой сладкий запашок. Опача, опача. Вот так вот. Так. Отлично. Сашка бежит. Ах ты. Александр. Александр. Все Саши любят каши. Вот так вот мы его быстренько KO ему сделали. Отлично, мы победили. Улыбается. Улыбака. Смотри, собака улыбака. Молодец. Так, нам дали вкусняшки. И это просто отлично и хорошо. Ребятушки, на этом будем уже прощаться. Вот. Как я уже говорил, не забывайте про лайкосики, подписку на канал и, конечно же, про колокольчик. Вот, а с вами был Вовкин. Пока-пока. Скоро увидимся. Завтра будет новое видео.